Итак, всем привет! С вами снова я, Зазепа, и это Агар.io. И сегодня попытаемся выйти в топ. Давайте попробуем. Надеюсь, у нас получится. Так, пока еще без проблем. Так, нужно кушать, 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 чтобы нас еще не скушали. АЦ Милан. Миланчик. Миланчик, Миланчик, Миланчик. Где же твой валанчик? Это что, основатель игры, что ли, играет с нами? Не похоже. Не похоже, не похоже. Да, шустрый малый. Ой! Мы, кажется, сейчас съели основателя игры. Так, давайте отсюда по-быстрому. Не, этот нас кушает. Нужно подальше держаться. Подальше, подальше, подальше. Разъедаемся, разъедаемся. Как доктор прописал, да? Главное, эти шипастые штуки не нарываться. А то нас порвет на много запчастей. О, финьки, кто-то съел. Кого-то съел, в смысле. Тело фейс. Тело фейс у нас пока не бык. Давайте-ка в совершенно другом направлении пойдем. Так. Нужно подальше отсюда. Держаться. Так, нет. Жадность губит. Жадность в этой игре губит. Так. Ну, брат, ты сам на меня нарвался. Франция тоже на меня нарвалась сама. Странная Франция какая-то. Ну, малый, ну ты куда? Да. Нас, походу, решили раскормить немного. Так, главное не обольщаться, мы здесь все равно не самые большие еще. Так, я тебя съем? Я тебя не съем. Хорошо, вообще, сидит там такой. Ждет, пока его раскормят. Походу, там реально просто кормят и все. Может стоять, ничего не делать. Такой АФК. Пацаны, я АФК, не ешьте меня, а? Сейчас приду. Давайте пойдемте отсюда. Мелкие просто сами там заканчивают жизнь самоубийством. Нифига себе, его ее раскормили. Это пацан просто стоит, ничего не делает. Ребят, короче, вот вам способ, как добраться до топа. Просто стойте и ничего не делаете. Вас всякие мелкие будут врезаться, 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 и вы, короче, раскормитесь. Просто потому, что вы ничего не делаете, вас никто не ест. Вас все боятся. Блин, я тут стараюсь, вот летаю, собираюсь. Походу, знакомый кто-то играет. Так вот, короче, и раскармливаются. Банал. Че, думал, что я реально сейчас тут на тебя прыгну? Нифига, нифига. Так. Этот мелкий слишком для нас. Слишком юхти. Так. 5 минут продержимся или не продержимся? Уже 4 минуты с половиной держимся. Так, ну пока у нас все хорошо. Так, чтобы не сглазить. Так, дело попахивает керосином. Feed me, please. Не, дружок, давай-ка неси. Вот такой вот я хитрый и коварный. Да, наживаю врагов тут себе. Будет же потом за мной охотиться. Но у меня, по крайней мере, уже... О! Брат, ну я тебя не заставлял.
Не, вот с самого края лучше не охотиться, потому что зажмут, ты никуда не сможешь отступить. В каком же мы месте? Мы еще пока даже не в топе 10. О, приятель, я тебя сочувствую. Разбивается тут так лихо. О, он там сам один из самых больших на третьем месте. Я думаю, пока на него нарываться не стоит. Пока. Смотрите, какой там зеленый стоит. Здоровенный такой. Жрать всех любит. Я думаю, разбиваться здесь в принципе не стоит, потому что дело чревато последствиями. Может, тебе там твои кусты быстро-быстро-быстро-быстро-быстро съедят? Ты ничего не смеешь сделать. Ну, покормимся пока, покормимся, походим, походим, походим. Ну, тут такие, знаете, уже солидные. О, конкуренция. Да, приятель. Слушай, приятель, давай-ка мы отсюда сдрыснем. Отсюда мы сдрыснем. Джебана Джебаки. Тейник. О, раскормили. Ну, я его на себя прыгать не заставлял. Вы сами видели, да? Даже за ним особо и не прыгал. Съели одного зеленого. Ну это да, это было специально, я признаю. Джизус Пабон. Хорош тут подъедать уже все за меня. Так, а мы все толстеем и толстеем. Толстеем и толстеем. Кому же мы достанемся? Надеюсь, что нам кто-то достанется. Маленькая, но гордая Германия летает там. И да, так. Мои принципы. Не держаться у самого края. Может, такие большие, значимые. Поедаем тут все вокруг. А лидер у нас Анамет цел. Что, ни одного русского нету? Вон, Санник. Может, Санник что-то знает в этой жизни. Нептун. Что ж тебя, Нептун, так разнесло-то? По частям всем. Так, нужно больше, 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 больше есть. Так. Нужно попробовать хотя бы в топ выйти. Да, приятель? Лихо вы, конечно же, от меня ушли. Никто на меня вообще нарываться не хочет. Ползет себе такой большой шаг. И пусть ползет, да? О, Польшу съели. Запад. Он такой Запад. Так, Германия. Германию трогать я не буду. Хай Германия живет. Бальзак. Ладно, мелких трогать нету смысла, пускай растут. Ой, там зеленый. Это, наверное, этот, который Н. Анемецел. Так, дело попахивает керосином. Все втягиваются в центр. Нужно отходить. А то нас сейчас съедят и не пожалеют. Давай, 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 приятель. Быстро он маневренный тут. Не попишешь ничего. Ой, одного съел. Ну ладно.
Так, главное жить, кормиться. А кто нарвется, тот уже нарвется, да? Этого уже не избежать. Кстати, хотел рекорд 5 минут, а уже 10 живем. Знаете, в эту игру я играю, получается. Я всего один раз умер, на второй раз я решил уже записать серию. Так, у нас результат 610 очков. Только сейчас заметил, что здесь какие-то очки есть. 615, 620. Они тут, смотрите, тоже так неплохо откормился. Помним, помним. Ну, кто ж, чё ж ты мне дорогу не выступаешь? Не видишь, такой большой ползу. Такой большой, солидный, серьезный. Конечно же, еще далеко не топ. Чего, скоро буду в топе. Я надеюсь. Да, сейчас за мной начнется просто жесткая охота. Этот Бехтер и желтый какой-то флаг украинский уже вместе. Конечно же, они быстрые. Не, он меня просто гонит, нужно уходить от него. Видите, он хотел меня к краю, короче, прижать таким образом. Не, приятель, давай-ка не сегодня, а? Приятель, не сегодня. О, Германия подросла. Надеюсь, Германия нас потом уж до такой степени не разрастется, чтобы нас кушать. Приятель. Нет, тебя. Может, и желтое солнце съесть. Как бы так еще раскормиться чуть побольше? Есть варианты? Давайте хотя бы в топ-10. Я хочу в топ-10. Этих зеленых кружков становится все больше и больше. Честно, они только для меня видны или еще для них? Некоторые. Они как-то хаотично так появляются, чтобы меня разбивать там на большие части. Чтобы я тут особо не разжирался. Feed me, please. Не хочу я тебя фидить. За мной гонится целенаправленно. Так, дело попахивает уже. Чем-то нехорошим. О, точечка. Я мирный. I'm friendly. I'm friendly. Блин, он хорошо так накармливается. Так у нас что-то никто не хочет кормить. Главное, чтобы мы никого не пок... О-о-о. Спасибо. Спасибо. Дайте топ, уже первый у нас банал. Как-то они быстро опередили Ан Немецел. Наверное, он разбился на несколько частей. Ничего такое, тоже бывает. Так, вот там уже что-то, блин, нехорошее. Ёбушки-воробушки. Вот, короче, нас так и съели. Ну, вы знаете, продержались мы 14 минут и где-то 10 секунд. Это было весьма неплохо. А с вами был Зазепа. Если вам нравится видео, поставьте обязательно лайк. И ждите продолжения. Всего хорошего, удачи и пока.